Вся земля страдает от греха и от зла. Нет надежды на спасение нам без Христа. Он пришел и умер, чтобы вечно нам жить. Мы о нем повсюду будем всем говорить. Евангелие, это всем благая весть. Евангелие разрушает силы тьмы. Слово изучай, молись и с Богом ходи. Благодать от Господа ты просто прими. Если ты бессилен и случилась беда, знай, что всемогущий Бог с тобою всегда. Евангелие разрушает силы тьмы. Евангелие это всем благая весть. Никого в беде не бросит любящий Бог. За грехи народа был распят наш Господь. Оглянись вокруг тебя, есть много людей. Ходят заблудившие среди многих людей. Евангелие разрушает силы тьмы. Евангелие это всем благая весть. Евангелие разрушает силы тьмы. Евангелие это всем благая весть. Добрый день, друзья. Спасибо большое, пастор Илья, за эти добрые слова. И рад видеть каждого из вас. Спасибо большое за эти песни, которые мы слышали. На самом деле, на протяжении, ну, не только карантина, а вообще вот, с самого начала, когда, как я пришел в Грета Грейс, слышать ваши голоса, это вообще
analogu yoxdur. Greta Greys'ə gələn anlam nəinki bu karantin vaxtında. Mən demək istəyirəm ki, sizin səslərinizi, yəni bu musiqiçilər, musiqiləri oxuyan səsləri eşitmək çox şadam buna görə. Давайте помолимся и Gəlin dua eləyək. Я поделюсь некоторыми мыслями, чтобы ободрить вас. Və mən bir neçə fikirlə bölüşüm ki, ruhlanaq. Слава тебе, Иисус. Аллилуйя. Рэбби, са миннеттару сэна, хэмд олсун сэна. Спасибо тебе за этот воскресный день. Бу базар гыны үчін, дирилмэ гыны үчін, чок сау. Спасибо за то, что ты собрал нас вместе. Бизи бир ере топладығына гөрэ миннеттару. Ты сказал, что врата ада не одолеет твоя церковь. Сэн демисэн ки, джэхэннэмин гафлары сэнин кирсэне эле алмайча. Да, мы не можем собираться физически. Бәлі, біз физики топлаша білмірік. Но ты даешь нам всякую возможность, Господи, для этого. Ама сен бізде хэр бір имкану верірсен буна гёре. Спасибо тебе за эту программу, за то, что мы можем собираться, ободрять друг друга. Бу программа гёре, бір-бірімізді рухландырмаға гёре, эшитмея гёре бір-бірімізден. Чох сау. Ты все используешь, Господи, во благо. Сен хэр шеи хэйримізе стифаде лирсен. Более того, Господи, мы можем сейчас это выкладывать и на YouTube, и еще больше людей охватывать. Вэ, буннан да элаве, біз буну YouTube каналына гоя билярик, вэ, даха чох адам буна гулаваса билар. Эхатэ билар. Мы можем слышать пастора Мати, пастора Владика. Біз пастор Матине, пастор Владика эшиде билярик. Спасибо тебе большое, Господи, за эти возможности. Bu imkanlara göre çok sağ ol, yani. Благослови это слово, Господи. Tanrının bu söze göre hayır dua verir. Ты послужил это сначала мне, Господи. Я хочу, чтобы это послужило, Господи, моим братьям и сестрам. Ya Rab, sen bu sözle evvelce mene hizmet etmişsin. Ve ben indi istiyorum ki bacı ve kardeşlerime hizmet etsin bu söz. Во имя Иисуса Христа. Просим тебя. И сам Эссиин адыла сэнэн хаши лирик. Амин. Я бы хотел бы начать немножко о надежде. Мен биринчи үмүд хакында баштамак истейрем. Но я буду сегодня, не буду сегодня говорить о надежде, хотя это очень большая и очень великолепная тема вообще. Мен эссиинде бүгүннэри бу бөйүк бир, гөзел бир мөвзу олмасына бахмайырап, үміт хаққында данышмайчам. Но у нас есть эта живая надежда. Ама садыча бұны демей істейрем ки, бізде бұ жанлы үміт бар. Римлянам 5.5 написано, что надежда, наша надежда, она никогда не посадит нас. Ромалылары 5.5-де язылып ки, үмітіміз боша чықмыр. Чүнки Аллахын мәхәббәте бізе верілен мүгәддес рух васитесіле үрекләрімізе төпілі. Да, аминь. Потому что Бог проделал в нашем сердце работу. Бәлі, и продолжает эту работу. Таныры бізім үрейімізде іш көрір, вэ бұ іші давам елейір. Слово Божие говорит, что это надежда, он называет эту надежду якорем, крепким. Таныры'нын сөзі дейір ки, бұ мөхкем лөвверді. У людей, которые не рождены свыше, которые не знают Иисуса Христа, этой надежды нету. Гөйлерден доғылмаян инсанларда бұ үміт йоқтур. У них есть надежда, но эта надежда их постыжает. Onlarda ümid var, lakin onların ümidi onları utandırır. Если просто посмотреть на религии и на различные идеологии, которые есть в этом мире. Sadece dinlere baksak ve bu dünyadaki ideologiyalara baksak. Начиная от атеизма, коммунизма, от кришнаизма и так далее. Посмотрите, на чем основана их надежда. Атеизм, коммунизм. Bu ideyalara baksa, baxın görün bunların ümidi nəyə əsaslanıb. То есть, мы построим светлое будущее, где это будущее? Yani, и так далее, и так далее. Yani, demək istəyirəm ki, parlaq gələcək quracaq, amma hardadır bu parlaq gələcək? Но у нас есть эта надежда, потому что Бог, он проделал работу, и он не только проделал эту работу, но он приготовил нам еще небеса. Bizde var bu parlak gelecek. Çünkü Tanrı bu işi edip ve bizim için göyleri hazırlayıp. Мы эту работу называем завершённая работа. Biz bu işi bitirilmiş iş adlandırırız. Но этим не заканчивается. Есть ещё и небесные обители. Ve semavi mesken var.
И мы все ждем, когда второе пришествие Иисуса Христа, правильно? Ve biz hamımız İsa Mesih'in gelişini gözleyelim. Bizde bu ümit var. Но сегодня я хотел бы поговорить о том, что иногда верующий тоже может потерять надежду. Мен bu günleri o barada danışmak istiyorum ki bazen imanlılar da bu ümidi itirebilir. Как это происходит? Bu nece baş verir? Когда тревоги и беспокойство охватывают душу. Narahatçılıklar, heyecan insanın kalbini, imanının kalbini tutanda. И я просто хотел сказать, что тревоги и беспокойство narahatçılıklar ve heyecan это недоверие Божьей благодати. Bu Tanrı'nın lütfüne itibar etmemektir. О своем будущем. Öz geleceğimiz barede. Вот пример такой. Mesela, что произошло с Израилем в пустыне, когда они вышли из Египта? İsrail Mısır'dan çıkanda onlarda ne baş verdi? Что произошло? Ne baş verdi burada? К чему привел тот страх и беспокойство? Hemen o korku ve narahatçılık neye getirip çıkardı? Я не буду просто открывать, но вы все знаете. Мен kitabı açmıyorum buna göre, siz hamınız bilirsiniz. Это недовольство, этот страх, он привел к ропоту. Bu narahatçılık ve narazıçılık getirip değinmeye, gileylenmeye çıkardı. А к чему привел ропот? Hemen bu değinmek neye getirip çıkardı? К неверию. İmansızlığa. А к чему привело неверие? İmansızlık neye getirip çıkardı? Они не вошли в обетованную землю. Onlar vəd olunmuş torpağa girebilmediler. И беспокойство. Ve narahatçılık. Я просто открыл Google и просто набрал это слово беспокойство. Мен sadece Google'dan hemen bu narahatçılık sözünü yığdım. То есть без спокойствия нет спокойствия. Yani rahatlık yoktur. Yani narahatçılık. Это нерациональное волнение. Bu rasyonal, gayri rasyonal narahatçılık değil. То есть непропорциональное волнение. Yani beraber şekilde olan bir narahatçılık değil. То есть есть какое-то волнение, причина. Yani sebep var, hansısa narahatçılık var. А есть волнение такое. Ve daha büyük narahatçılık var. Это потеря мира в душе. Bu insanın kalbindeki sülhü itirmekti. Вообще-то волнение о будущем это нормально. Aslında gelecek hakkında narahatçılık bu normal bir histir. Волнение оно вызывает у нас какие-то планы, планирование к действиям. Narahatçılık bize hansısa hareketlere plan emele getirir. Biz plan kururuz. Но проблема начинается тогда, когда эти волнения, они возникают без причины. Ama problem o vakit çıkır ki bu narahatçılık sebepsiz emele gelir. Или эти волнения настолько сильно охватывают нашу душу. Veyahut da ki bu narahatçılık o kadar bizim kalbimizi ehate eder ki. Что мы входим в этот порочный круг. Biz hemen o kusurlu daireye girdik. Знаете, в какой круг? Bilirsiniz hansı daire? Страх. Korku. Беспокойство. Narahatçılık. Ропот. Deinti. Неверие. Ve imansızlık. Это то, что произошло с Израилем. İsrail'le bu baş verdi. И вот тогда мы теряем покой. Biz o zaman sülhümüzü itirdik. И тогда наша надежда падает. Ve bizim ümidimiz aşağı düşür, itir. На Божью благодать. Allah'ın lütfüne olan ümidimiz. И я бы хотел бы вот сейчас 1 Петра 5 главу прочесть оттуда. 1 Петр 5 фасилден окумак истерем. Шестой и седьмой стих. Алтынчы ве еттинчы бендлер. Я прочитаю на русском, потом на азербайджанском. Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Аллахын кудретинизи ашагы тутун, онда Аллах чатанда учалдачак. Все заботы ваши возложите на Него. Бүтүн кайгы юкүнүзү Она өтүрүн. Ибо Он печется о вас. Чунки О сизин кайгыныза калыр. И вот тут слово «все заботы», слово «заботы». Ве бурдахи О сөз ки кайгы юкүнүзү. Это слово на греческом «меримна». Меримна сөзүдү бу юнан дилинде. И оно означает «тревога», «беспокойство». Ве бу хеяжан демейди. На самом деле, я вас сейчас вам просто покажу, беспокойство и тревога
это является симптомом гордого сердца. Мен сізе инди демек истерем ки, бу, хэмен бу нарахатчылык вэ хэйэджан гурурлы урэйн симптомларыдыр. Почему? Потому что человек больше полагается на свои силы. Чунки инсан өз гүчүнө даха да өз гүчүнө үстүнлүк берет. Вот то, что я прочел, если прочесть на один стих выше, 1 Петра 5:5. Эгер бир бен юхардан окуса. Там написано, что Бог, ну я начинаю читать с середины. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Демали 5:5-ин икинчи хиссеси, бендин икинчи хиссеси. Чунки Аллах мәғрурлара қаршыдыр, итаяткерлары селючк көрсәрі. Бірінді петті 5:5. И я просто хочу вам показать вот этот контекст. Садыджи, мен сізе бұл контексті көрсәрмей істерім. Пятый стих. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бешінді бенд одыр ки, Аллах мәғрурлара, демәлі, қаршыдыр, итаяткерлары лютф көрсәрі. Шестой стих. Алтынджи бенд. Смиритесь под крепкую руку. Аллахын мөхкем әлі алтында өзінізі ашағы тұтын. Седьмой стих. И все заботы возложите на него. Еденджи бенде бүтін дайғы юкінізі она өтірін. То есть, если ты не возлагаешь все заботы на него. Яни сен бүтін дайғыларыны Таныры вермірсенсе. Потому что, чтобы возложить все заботы, все тревоги и беспокойства на него, нужно смирение. Чунки эгер бүтін бұл дайғыларымызы Таныры вермірсен. Почему Петр призывает? Петр это пишет послание верующим. Потому что часто так не происходит. Чунки чох вах беле баш вермир. Он говорит, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Каким гордым? Ну, конечно же, не мирским людям, не тем, которые не знают Иисуса Христа. Он говорит это верующим. Яни ки бу дюньядаки имансыз адамлара йок. Буны Таныры иманлылара дейр. Если мы возлагаем все заботы, Тут заботы имеются в виду в негативном смысле. Заботы имеются в виду тревоги, беспокойства. Бурдаки гайгылар мэнфи мэнада истифады олнур, яни хэйэджан. Если мы все заботы возлагаем на него, эгер биз бүтін гайгыларымызы койрукса, Таныры... Почему? Неге? Потому что это его часть, потому что он печется о нас. Чунки бу онын иссесиди, о бизим гайгымыза калыр. Печется здесь, если подсказать синоним, он заботится о нас. Bizim gayrımıza kalır. Мы отдаем ему, а он заботится о нас. Biz ona veririk, ve o bizim gayrımıza kalır. Это сотрудничество. Bu emektaşlıktır. Если мы не отдаем ему, eğer biz gayrılarımızı ona vermiriksen, и даем волю своим эмоциям, даем волю своим воображениям, biz öz emosiyalarımıza, öz tesevvürlerimize imkan veririkse, тогда ему остается очень мало места заботиться о нас. Onda Tanrı'nın bizim kaygımıza kalmağa çok az bir hissesi kalır. И вот я хочу, вот главный основной отрывок, который сегодня я хочу с вами поделиться, это вам всем известно. Ve bugünlere esas bölüşmek istediğim bir parça. Это Матфея 6 глава. Mehtan'ın İncil'i 6. fesildendir. 25 по 34 стих. 25. bentten 34. bendeki. Я просто буду проходить по этим стихам. Sadece ben bu bentleri okuyacağım. И буду говорить, что какие есть причины, почему мы не должны заботиться и беспокоиться, и тревожиться. Иисус дает там ясный ответ. İsa bize çok aydın bir cevap verir. И у меня получилось, вот как у меня, я надеюсь, я хочу успеть. Я очень хочу успеть. Мен истерем ки чаптырым. Я буду... Может быть, это быстро здесь. У меня 6 пунктов. 6 дене пункт бар. Почему мы не должны беспокоиться? Biz niye göre kaygı çekmemeli? Narahat olmamalı. И потом у меня 4 пункта. 4 дене пункт бар. Sonra. Как практически возложить все заботы на него? Bütün kaygılarımızı praktiki olarak tecrübede onun üzerine nece koyabiliriz? Я хочу перейти от теории к практике. Как это в нашей жизни работает? Я не мен теориядан, сонра практике, тәжрибеге кетмек истерем ки, бизим хаятымызда бу неге эшлейт. И первый стих, который мне сказал, 6 глава, это 25 стих. Биринчи бенд, Маттанын Инжили 6 фесил, 25 бенд. Я читаю. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?
Buna görə sizə deyirəm, nə yiyəcəyik və ya nə içəcəyik deyə canınız üçün, nə geyinəcəyik deyə bədəniniz üçün qayğı çəkməyin. Can yeməkdən, bədən isə geyinməkdən daha vacib deyilmi? Почему нам не нужно тревожиться? Niyə görə bizə narahat olmaq lazım deyil? Когда мы понимаем приоритеты. Biz üstünlükləri başa düşəndə, prioritetləri başa anlayanda. Что хочет сказать тут Иисус? Иисус говорит, душа не больше ли пищи, и тело одежды. İsa burada ne demek istiyor? Deyir ki, can yeməkdən, bədən isə geyinməkdən daha vacib deyilmi? Конечно, это риторический вопрос. Конечно же, больше. Душа больше, чем пища. Әлбәттә ки, бу риторик суалдыр. Яни, әлбәттә ки, жан үстүндүр. И тело тоже больше, чем одежда. Вә бәдән дә кейемнән үстүндүр. Но тут Иисус говорит. Бурада Иса дейр ки. Если Бог говорит, дал нам. Әгәр бездә Аллаһ берипсә. Больше. Даха чок. Если Бог дал нам эту душу. Таңры бездә жаны берип. Если Бог дал нам это тело. Бу бәдәне берип. Если Бог позаботился об этой душе. Әгәр Таңры бу кәлбин, бу жанын ихтияҗларын ödәйсә. Если Бог из-за этой души спустился вниз. Вә буна görə дә ер үзәренә гәлипсә. Разве он сам остальное он не даст? Мәр о бри калган шәйләре вермәячәк. Разве он не позаботится об этих маленьких вещах, что поесть, что попить, во что одеться? О хырда балаҗа шәйләр ки йемәк, геймәк, буның өстәсеннән гәлмәячәкме? Как, конечно, позаботится. Әлбәттә гарасына калачак. И более того, он еще и не только об этом позаботится, он уже приготовил обители нам на небесах. Bundan да әлавә, о даха чок бизим өчен гөйләрдә мәскән әзерләй. То есть приоритеты. Яни үстенлекләр, приоритетләр. Еще один стих, прямо сейчас, это безумно говорю, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь, что польза, если ты приобретешь весь мир? Белэ бир бэн димэй истерэм ки, эй ағылсыз, сэн эгэр бүтін дүнияны әлді итсэн, лакин өз жанını итирсэн, не олачак? Душа больше. Жан даха үстінді. За душу заплачена цена. Жана гёрэ кыймэт төдэнді. Второе. İkinci. Это Божье отношение к нам. Bu Tanrı'nın bize olan münasebetidir. Следующий стих, 26 стих, я прочитаю. 26-й бен. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Göydə uçan quşlara baxın. Onlar nə əkir, nə biçir, nə də ambarlarda saxlayır. Amma səmavi atanız onları yedizdirir. Siz onlardan daha qiymətli deyilsinizmi? İsus приводит пример птиц. İsa quşları nümunə gətirir. Я просто хочу сказать, что хотя наша земля, наша планета, она падшая, она упала в грех. Мен демек истерем ки бизим ер күрәмиз гүнаһа düşüb. Но Бог никогда не переставал заботиться о своем творении. Buna baxmayaraq Tanrı heç vaxtı öz yaradılışının qayğısına qalma, yəni həmişə qalır. И Бог заботится и о животном мире тоже. Tanrı hətta heyvanlar aləminin də qayğısına qalır. Если мы смотрим на животном мире, если мы смотрим, например, канал Discovery или там животный мир какой-то смотрим. Biz hansı Discovery kanalına və yaxud heyvanlar aləmi proqramlarına baxanda, нам кажется, что в этом животном мире хаос. Bizə elə gəlir ki, bu heyvanlar aləmində xaos baş verir. Естественный отбор. Все в его руке. Псалом 146:9. Забур 147:9. Я прочитаю только 9, а ты прочитай и 8, и 9. Он дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. O göyləri buludlarla bürüyər, yer üzünü yağışla təmin edər, dağlarda ot bitirər, o heyvanlara yem verər. Çığırışan quzğun balalarını, o hətta quzğunlara yemək verir. Я просто наткнулся на этот стих. Я помню, что о воронах говорилось в книге Иова. Quzğunlar barədə Əyyub peyğəmbərin kitabında yazılmışdı. И когда я набрал просто в симфонии и вышел псалом, мне это больше понравилось вообще. Мен симфониядан бу бәнди тапанда, бәм бу даха чок хошума гәлди. У животных нету интеллекта. Хайванларда интеллект йокту. У человека есть интеллект. Инсанда интеллект вар. Человек может сеять, человек может жнёт. Инсан әкир вә инсан бичир. Но даже если человек не сеет, не жнёт.
Hətta insan əkməsə belə, biçməsə belə. Если даже человек инвалид. İnsan əgər əlildirsə. Бог заботится о нем. Tanrı onun qayğısına qalır. Потому что он создал его по своему образу и подобию. Çünki o onu öz surətinə, bənzəyişinə uyğun yaradır. Третье. Üçüncü. Беспокойство, они вообще-то бесполезны. Narahatçılıq xeyirli deyil. 27 стих, следующий стих, я почитаю на русском. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? 27-ci. Hansı biriniz qayğı çəkməklə ömrünü bir anlıq belə uzada bilər? Они бесполезны. Xeyirsizdir bu, nəticəsizdir. У нас тут открылся спортзал, правда, сейчас карантин. Написано «бой артмах» залы. Bizdə burada yaxında qonşuluqda sportzal var və orada yazılıb ki, boyu artırmaq. То есть как увеличить рост человека? Yəni insan öz boyunu necə artıra bilər? Не знаю, что это за вид спорта, но вот такой есть. Bilmirəm, bu nə idman növüdür, amma belə bir idman növü var. Люди висят на турнике и так далее. Может быть, что-то и получается. İnsanlar turnikdən sallanır, bəlkə də nəsə alınır onlardan. Но тут говорится не о росте. Amma burada boydan getmir söhbət. Это слово, оно также и на греческом используется слово для как возраст. Возраст человека. Ömrə də aiddir. Yəni insanın ömrünə. Иисус говорит: "Если вы беспокоитесь, заботитесь, ищете еду, пищу, одежду". İsa deyir ki, əgər siz narahatsızsa, qayğı çəkirsiniz, yemək axtarırsınız, geyim axtarırsınızsa. Вы разве сможете прибавить себе лета? Deyir, məyər siz öz ömrünüzü artıra bilərsinizmi? Кто-то бы сказал по спорту, да, наверное, если я бы вел здоровый образ жизни, наверное, еще два года добавил бы себе. Kimsə deyir ki, bəlkə mən, bəli, mən ömrümü artıra bilərəm. Əgər sağlam həyat tərzi keçirsəm, bəlkə bir iki il ömrümü artıraram. Но беспокойство, они наоборот сажают нервную систему. Amma narahatçılıq əslində sinir sistemini dağıdır. Четвертый пункт. Dördüncü punkt. Оно проявляется беспокойство, вот эта ситуация, эта область, где проявляется наша вера. Narahatçılıqda bizim imanımız görünür. 28 по 30 стих. 28-dən 30-cu bəndə kimi. И об одежде, что заботитесь? Nəyə görə geyim üçün qayğı çəkirsiniz? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорил вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которую сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры. Görün çöl zambaqları necə böyüyür. Onlar nə zəhmət çəkir. Lakin sizə bunu deyirəm ki, bütün cah-cəlalı içində olan Süleyman belə bunlardan biri kimi geyinməmişdir. Ey imanı az olanlar, bugün olub sabah ocağa atılan çöl otunu Allah belə geyindirirsə, sizi geyindirəcəyi daha da yəqin deyilmi? Я просто хочу напомнить, с кем разговаривает Иисус. Мен хатırlatmaq istəyirəm. Я этого вначале не сказал, но с кем разговаривает? İsa Mesih kiminlə danışır? Со своими учениками. Öz şagirdləri ilə. Он выделил 12 учеников. O 12 şagird seçdi. Он избрал их. Onları seçdi. И даже в небесном городе, на небесном Иерусалиме будут их имена. Hətta səmavi Yerusəlimdə onların adları olacaq. Он покорил при помощи них всю землю, всю планету. Правильно? Мы ученики их учеников, его учеников. O bütün yer kürəsini, yerdəki insanları onlar vasitəsilə özünə gətirir. Yəni biz onların şagirdlərinin. Но тут Иисус Христос упрекает. Amma İsa Məsih burada onları qınayır. У меня тут самое последнее слово. У тебя какое самое последнее слово? Yəqin deyilmi? Маловеры. Az imanlılar. Az imanlılar. İmanı az olanlar. Как это? İmanı öndə maloveri, imanı az olanlar. Он говорит своим ученикам маловеры. Necə bu olur ki öz şagirdlərinə deyir imanı az olanlar? Корень беспокойства, корень тревоги. Narahatçılığın, həyəcanın kökü маловеры. İmanın az olmasıdır. И эта область
где на самом деле мы можем вырасти. Ve bu sahede biz büyüyebiliriz. Где наша вера может укрепиться. Bizim imanımız möhkemlenebilir. Пятое. Beşinci. Переживание, тревога о будущем. Gelecek hakkında narahatçılık, heyecan. Оно характерно для языческого мышления. Bütperestlerin düşünce tarzına hastır. 31-32 стих. 31-32 bendler. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Belirlikle ne yiyecek, ne içecek veya ne giyecek diye kaygı çekmeyin. Çünkü bütperestler bütün bu şeyleri aktarırlar. Doğrudan da semavi atanız bunlara ihtiyacınız olduğunu bilir. Что говорит Иисус, что Отец Небесный, Он все знает. İsa ne diyor? Diyor, semavi atanız bunları bilir. Может быть, родственники, родители, они не знают. Belki kohumlarımız, valideynlerimiz bilmir. Может быть, президент не знает. Belki президентimiz bilmir. Но Бог все знает. Ama Tanrı her şeyi bilir. Все люди в этом мире, они нуждаются в еде и в пище, правильно? Bu dünyadaki bütün insanlar yemeğe ve giyime ihtiyacı var, öyle değil mi? Но у язычников, у тех людей, которые не знают Бога. Lakin bütperestler, o kişiler ki Tanrı'nı tanırlar. Это стоит на первом месте. Onlar için bu birinci yerde duruyor. Это погоня за суетой. Bu boşluğun dalınca kaçmaktı. Потому что надежды нету. Çünkü ümit yoktu. А что остается? Ne kalır? Пить и добывать себе. Yemek, içmek ve bunu elde etmek. Это колесо, это просто, как известное выражение, я ем, чтобы жить, это как, я живу, чтобы есть. Yani böyle bir, dünyada böyle bir fikir var ki, ben yaşıyorum ki yiyeyim. И вот это первое, это приоритет вот этого мира. Bu dünyanın üstünlüğü budur. Это то, чем все, это то, чем все занимаются. Ve bütün bu insanlar bununla meşguldü. Каждый по-разному. Hamı cürbecür. Но Иисус говорит, что не хлебом единым будет жить человек. Ama İsa diyor ki, insan yalnız çörekle yaşamayacak. Но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Ama Tanrı'nın ağzından çıkan her bir sözle yaşayır. Аминь. Аминь. Шестое. Altıncı. Наше будущее управляется благодатью. Bizim geleceğimiz lütfle idare olunur. 33 и 34 стих. 33 ve 34. bendler. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Ona göre de siz evvelce Allah'ın padişahlığını ve onun salihliğini aktarın. Onda bunların hamısı size elave olarak verilecek. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Böylelikle sabahın kaygısını çekmeyin, çünkü sabahki gün özü için kaygı çekecek. Her günün öz yamanlığı kifayettir. Итак, мы всеми силами ищем прежде всего Царство Божие. Biz bütün gücümüzle birinci növbede semavi padişahlığı aktarırız. Что это значит? Это означает, что мы интересы Царство ставим на первое место. Bu demektir ki biz semavi padişahlığın maraqlarını birinci yere koyuruz. Это означает, что мы должны распять плоть. Bu demektir ki biz cismi çarmıha çekmeliyiz. Это означает, что мы должны распять наши желания, наши похоти. Bu demektir ki biz öz isteklerimizi çarmıha çekmeliyiz. Это означает, что мы должны взять иго, которое Иисус предлагает нам. Bu demektir ki biz hemen o boyunduruğu ki İsa Mesih bize verir, biz onu götürmeliyiz. Когда мы ищем всего этого, когда мы ищем Бога. Ve biz bunu aktaranda, biz Tanrını aktaranda. Если в тревоге и беспокойстве приходит наше сердце, и мы ищем в этом лица Бога. Eğer bizim günlerimiz heyecanda, narahatçılıkta geçirse ve biz bunda Tanrı'nın üzünü aktarırsa. Все остальное Бог прикладывает. Bütün kalan şeyleri Tanrı bize ilave ediyor. Бог говорит, что позаботься обо мне. Tanrı diyor ki, meninle maraqlan. А я позабочусь о тебе. Ve ben de seninle maraqlan. Займись моим делом. Benim işimle maraqlan. А остальное я приложу. Ve ben kalan şeyleri sana ilave edeceğim. Все остальное то, что мир стоит на первое место. Bütün o kalan şeyler ki dünya birinci yere koyulmalı. И это сотрудничество. Ve bu emektaşlıktır.
Не нужно возиться, не нужно ковыряться в тревогах, беспокойствах. Narahatçılığın dalınca gitmek lazım değil ve burdalanmak lazım değil. Все заботы возложите на него. Bütün kaygılarınızı Tanrı'nın üzerine koyun. Все заботы, все. Bütün kaygılarınızı. Я ударение делаю на все. Ve burada я, bütün я сам этому учусь. Ve bunu öğrenirim ben. Я не говорю это как достигший. Ben bunu, yani ben bunu elde etmemişim. Öyle danışmıyorum ki ben bunu elde eden kesin. Но каждый раз, когда приходит какая-то тревога, какое-то беспокойство. Ama hemşe, haçansa o kaygı gelende, heyecan gelende. Я не говорю, что это неправильно, это невозможно. Бывают тревоги, бывают беспокойства. Конечно, бывают. У всех у нас бывает. Mümkün değil ve böyle olmuyor. Yok, elbette ki heyecan var ve hamımızda bu olur. Но не нужно жить в этом долго. Не нужно. Uzun uzadı bunda yaşamak lazım değil. И я просто хочу этим закончить. Как возложить заботу на него? Мен bunu bununla bitirmek istiyorum ki nece koymak lazımdı öz kaygılarımızı. И может быть кто-то потом добавит еще что-то. Belki kimse yine de elave eder. Я это писал где-то в час ночи. Мен saat 1'de bunları yazmışım. Может быть я был сонный, может кто-то сможет добавить. Belki мен yokulu olmuşam, belki kimse yine de elaveleri olacak. И вот как практически возложить всю заботу на него? Tecrübe olarak nece öz kaygılarımızı Tanrı'nın üzerine koyabiliriz? Первое. Birinci. Признайте, что вы не в силах решить вашу тревогу. Siz признайте. Kabul edin ki siz özünüz bu heyecanı halletme edebilmişsiniz. Признайте это. Bunu kabul edin. А для вот часто не бывает. Чок вахты бу менде олму. Я вожусь, ломаю этот компьютер, говорю, но я его сделаю. Мен баштырам компьютеры сындырмага, нейнемеге, яне араштырмага, ки ахыр алынсын менде. Люди говорят, да отнеси это мастеру, пускай мастер это сделает. Тот, кто знает это, пускай сделает. Адамлар дейлер ки, ахи, апар бу компьютеры устан яна, башы чыкан адам да, о элесин. Я говорю, нет, я сам это должен сделать. Дирем, йоха, я, мен озим буны эртесинден гелем. Допустим, это такой смешной, такой пример. Мен озим Поймите, что входя в тревогу, вы входите на территорию неверия. Siz heyecana girende, siz imansızlık sahesine girirsiniz. Где вы ограничиваете Бога. Ve orada biz Tanrını mehdudlaştırırız. Ограничиваете Ему действовать в вашей жизни. Bizim hayatımızda Tanrını mehdudlaştırırız biz faaliyetini. Как же Он будет действовать, если вы сами все делаете уже? Tanrı nece faaliyet gösterecek eğer biz her şeyi özümüz edirsek? Второе. İkinci. Отдайте в молитве, в посте эту ситуацию. Duada, oruçta hemen bu vaziyeti Tanrı'ya verin. И еще. Просите мудрости у него. Tanrı'dan müdürlük isteyek. Чтобы вы сделали что-то своими руками, то, что вы можете сделать. Yani siz ellerinizle neyi edebileceksiniz, onu etmek müdürlüğünü. И не трогайте, пожалуйста, то, что вы не можете сделать. Yani edebilmeyeceğiniz şeye el vurmayın, karşı bilirim. Если нужно пойти к врачу, hekime gitmeye lazımdırsa, пусть Бог даст вам мудрости, к какому врачу, Tanrı, когда пойти. Size müdürlük versin, hansı hekime ve ne vakit gitmeye. Если не хватает мудрости, можно позвать кому-то, можно сделать, дать молитвенную цепочку, просьбу, молитвенную цепочку и так далее. Dua zincirine, примеров много. Eğer meslehet lazımdırsa. Но не трогайте то, что вы не сможете там ничего поменять. Ama siz değiştirebileceğiniz sahene el vurmayın. Это как раз и есть область, где работает Божья благодать. Bak, Tanrı'nın lütfünün işlediği sahe hemen bu sahedir. Чтобы она работала, чтобы для нее не было помех. Yani ona maniçilik olmasın, Tanrı'ya maniçilik olmasın ve Tanrı işlesin hemen sahede. И у меня вот третий пункт я просто добавил потом. Но сначала его не было. Но я решил добавить его. Когда вы признали, что вы не можете решить эту проблему? Когда вы отдали эту Богу? Когда вы попросили мудрость и начинаете делать что-то? Третий пункт. Не распространяйте языком неверие и ропот. Dilinizle imansızlığınızı, imansızlığı yaymayın. Danışmayın. Это бывает так. Bu değinmezdi bu. Есть разница, когда мы говорим человеку.
брату, сестре. Фәрк бар. Біз бачия, кардаша, хансиса бір башымыза гелен бір шей данышырыз. Просим его поддержать в молитве. Хаш, или о бізі дуада сахласын. Или просим у него дать мудрый совет. Вея худо хаш, или реки бізен бір мудрый мәслихат версин. И есть разница, когда мы просто говорим. Фәрк бұндады ки, бәзен біз садыча данышырыз. Распространяем это неверие. İmansızlığı yayırız. Уже не замечаем, что мы уже жалуемся. Artık biz fikir vermiyoruz ki biz artık narazılık edeceğiz. И четвертый пункт, самый последний. Ve dördüncü punkt, ahırıncı punktu. Принять результат от него. Ondan kabul etmek, neticeni kabul etmek. Когда мы это все сделали. Biz bütün bunları etmişik. По-моему, это было... Старым Иосафатом. Иосафат патшаһынан дейсен башына келмишти бу. Когда на него двигалось царство сирийское войско. Сириядан кошун онун үзерине келирди. Иосафат молился Богу. Ве Иосафат Танрыя дуа эледи. И Бог ему говорит, Иосафат отвечает на его молитву. Ве Танрый Иосафаттын дуасына жавап берир. Не тебе сегодня сражаться. Дейр, сене лазым дейл мухариб этмек бугун. Стой и смотри. Садыча дур ве бах. И ты увидишь победу. Сен галебени göreceksin. И вот этот отрывок, вот эта история, она хорошо вписывается сюда в четвертый пункт. Бу дördüncü пункта хемен бу эхвалат чок гözель бир нумунеде. Прими результат от него. Яни Танрыдан нәтиҗәне кабул эле. И вот 1 Петра, 5 глава. 1-нче Петр, 5-нче фәсил. Написано 6 стих, по-моему. 6-нче бенте. И вознесет вас в свое время. Аллахын кудретле эле алтында өзүнүзү ашагы тутун ве Аллах сизи вакты чатанда ужалдача. В свое время. Вакты чатанда. Он точно вознесет. О ужалдача, эмин олун. Все заботы возложите на него. Бүтүн кайгы юкүнүзү она өтүрүн. Я смотрел просто все заботы и в моем телефоне все заботы это возложить, это означает, как будто что-то взять и положить на осла. Yani bu hemen ötürmek, bu kaygı yükünü ötürmek. Bu öyle demedi ki, yükü götürüp eşeğin üstüne koyursan. Вы идете пешочком, а этот ослик тянет. Piyada götürürsünüz yanında ve eşek dağıttırır yükü. Он уже это сделал. Он уже самую главную проблему нашу решил. Проблему нашего греха. Esas problemimizi edir. Öhtesinden geldi. Bizim günah problemimiz. Все наши грехи были возложены на него. Bizim günahımız onun üzerine koyulmuştu. Разве это не смешно? Bu gülmeli değil. И верующие не могут возложить заботу пищи о еде и об одежде. İmanlılar öz yemek ve giyim yüklerini Tanrı'nın üzerine koyabilmemeleri bu gülmelidir. Amin, братья и сестры. Amin, bacı kardeş. Я надеюсь, что это просто послужит... Мен ümit edirəm ki, bu sadece xidmət edəcək. С чего я, как я думал? Мен niyə belə düşündüm? Я думал о том, что во время этого карантина... Мен fikirləşirəm ki, bu karantin dövründə... Многие, да не только многие, все, наверное. Hamı. Все мы проходим через что-то, у нас очень много тревог и беспокойств. Кто-то ищет работу, кто-то потерял. Kimse işini itirir, kimse axtarır. У кого-то проблемы со здоровьем. Kimse sağlamlığına, fiziki sağlamlığına. Кто-то поступает в институт. Kimse instituta girir. Кто-то не может жениться. Kimse evlenebilmir. И так далее. Кто-то может хочет уехать, никак не получается. Kimse çıkıp gitmek istiyor, hiç cüre alınmır. И я просто, пусть это слово как-то может поддержать, поможет. Мен дуа элерим ки, бу сөз нечесе көмек етсин. Аминь. Дестеклесин. Аминь. 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 Спасибо огромное. Невероятное слово. Очень ободрены. Наши ролики не можем. Çok güzel sözdü. İnanılmaz sözdü. Çok ruhlandık. Не заботьтесь ни о чем. Etmeyin gayrısını çekmeyin. Потому что Господь заботится обо всем. Ona göre ki Tanrı sizin gayrınıza kalacak. Даже тогда, когда нам кажется, что нет, наверное, он забыл про меня.
Hatta biz bize ele gelende ki yakin o beni unutup. Или же в религии, даже христианской, есть такое, что, наверное, это происходит, и Бог тебя сейчас наказывает, или это последствия, и человек начинает замыкаться на себе самом. Hatta bu dinlerde böyle başlıyor. Христиан дининде да ки, yani eğer seninle nese bir şey baş verirse, deyler ki, ha, Tanrı onu cezalandırır. Yani. Слово Божие говорит, верен начавший в вас доброе дело. Он ведет его до конца. Tanrı kelamı deyir ki, o sənə verdiği, səndə o başladığı yaxşı işi sona çatdırmaqda sadiqdir. И также, как вы думаете, Бог сам, наш Бог, он беспокойный, он есть суета в нем. Yani hem de ki gelin düşünek, eğer bizim Tanrımız narahattı, onda var bak bu narahatçılık. И мы можем сказать, ну нет, он же Бог. Diyebilir ki yok, o ki Tanrıdır. И Бог говорит, вот я хочу, чтобы вы умолялись, но я возрастал в вас. Ama Tanrı diyor ki, ben istiyorum ki siz keçiləsiniz, ancak Tanrı sizde böyüdür. Чтобы вы давали больше и больше места мне в вашей жизни. Siz öz hayatlarınızda ona daha çok yer verirsiniz. В ситуациях. Vəziyyətlerde. Просто сдаваться ему. Sadece ona təslim olasınız. Схвататься за его обетование. Onun vədlərindən yapışasız. Ты сказал, Господь. Tanrı, любящим Бога и действующим по Его изволению, все содействует ко благу. Нет причины волноваться. Ты обратишь это в благословение. Бог даже проклятие может обратить в благословение. Поэтому мы хотим продолжать доверять и следовать за Богом. А он верный, он свою часть выполнит. Мы можем сказать, выполнил, но он продолжает в нас вот это доброе дело. Diyebilir ki, bak, budur, o bizde başladığı bu yaxşı işi başa çatdırır, devam edir. Мы учимся давать ему место все больше и больше. Biz daha çok ona yer vermeyi öğrenirik. И чем больше мы даем ему место, тем меньше беспокойства в ситуации. Biz ona daha çok yer verdikçe, bir o kadar bizde rahatçılık yaranır. Тем меньше беспокойства. Daha az narahatlık olur bizde. Помните прекрасный пример Давид. Davud'un yadınızdadır o nümunəsi gözəl. Когда его ребенок был смертельно болен, и он умаливал у Бога. Onun yani ki o körpə uşağı ölümcül vəziyyətdəydi, o Tanrıya yalvarırdı. Он не брился, не мылся, не ел, и люди думают, как он беспокоится, бедный Давид. O nə üzünü qırpmırdı, nə yumurdu, nə yemək yemirdi. İnsanlar da düşünürdülər ki, yazıq Davud, nə qədər kədərli. Они думали, ну, представь себе, если не дай Бог умрёт ребёнок, Давид вообще, наверное, потеряет себя. Onlar düşünürdülər ki, əgər uşaq ölsə, Davud vaşı özünü itirər. Он, наверное, в депрессию впадет, и все, и не знаем, как ему помочь. Они беспокоились о нем. Ягин, что депрессия düşecek, biz bilmirik ona necə kömək edə bilərik. Они беспокоились о нем. Onlar, hə, narahat idilər ona görə. А Давид отдал Богу все. Tanrı hər şey, Davud hər şeyi Tanrıya verdi. И мы это видим из развития этой истории, когда все же Бог забрал ребенка. Помните, что Давид сделал? Он встал, побрился, помылся, сел кушать. И люди удивились, что почему ты не беспокоишься? Почему сейчас
мы думали, ты будешь в депрессии, мы думали, все. А Давид сказал, Бог так решил, я ничего, я мог до этого, я просил его, но он решил, он лучше знает. Biz o hadisələrin gedişatından sonra görürük ki, Tanrı o uşağı götürdü və Davud da davam elədi. Yəni o qalxdı, üzünü yudu, yemək yedib, altarını dəyişdi və insanlar da ona deyəndə ki, sən niyə belə elədin? O onlara cavab verdi ki, bunu Tanrı, buna Tanrı qərar verdi. Mən Tanrı ilə razılaşıram. И в нашей с вами жизни иногда происходят вещи, которые мы думаем, нет, нет, нет. Пожалуйста, только не это. И это происходит. Ancak bizim de hayatımızda bazen öyle şeyler baş verir ki biz deyirik ki yok yok Tanrı bu olabilmez. Ama bu baş verir. И какой выбор наш? Полностью разочароваться или же пребывать вот в этом недоверии, неспокойствии? Yani bizim seçimimiz nədir? Biz tamam ruhdan düşək, yoxsa etibar eləyək həmən bax bu şeylərə? Или же мы продолжаем с Богом. Sadəcə olaraq davam edirik, danışırıq. Как пастор Стивенс однажды сказал, что нет ничего неправильного не понимать Бога, но было бы неправильно не доверять Богу. Пастор Стивенс бir dəfə demişdi ki, o Tanrı'nın bir etibar etməkdə Tanrıya etibar başa düşmək Tanrını başa düşmək yəni bu eyb deyil ancaq Tanrını нет ничего неправильного в том мы не понимаем Бога неправильно не доверять Богу yəni biz Tanrıya inanmırıqsa yəni burada bir düzgünlük yoxdur yəni amma biz əgər ona Etibar eləmiriksə, bax, bu düzgün deyil. Başa düşməmək olar, amma ki, ona etibar eləmək, yəni eləməliyik. Мы учимся продолжать доверять ему, какой бы ситуации мы ни оказались. И забывая заднее, мы простираемся вперед, вперед за ним. Не хаотично, куда вот эмоции ведут, но за ним. Biz hər bir vəziyyətdə ona etibar eləməyi öyrənirik və bir vəziyyətdən keçəndə, yəni o, yəni arxaya qayıtmaq yox, onun ardınca davam eləməyi öyrənirik. Спасибо огромное. Давайте продолжим сейчас в размышлении над тем, что мы услышали. Çox sağ olun. Gəlin indi eşitdiklərimiz barədə düşünək, davam edək. Если есть у кого комментарии, может быть, вопросы, давайте используем это время. Если кимися шерхи вар, суал вар, бу вақты сатын алар. Олар, мен дейм бир кыса. Бастыр Ильгар. Да, пожалуйста. Мен вилайте чок сауыл демей истейрем ки, бу вачиб вэзе гюре. Çünki bu gündəlik həyatımızda, bu praktiki həyatımızda çox vacibdir Tanrıya etibar eləmək, qayğılarımızı ona gətirmək, vermək. Yəni, hər birimiz rastlaşırıq bundan. Bu, belə bir mövzudur. Yəni, o 1-ci Pyotr 5-6-dan danışdı. Mənim çox xoşuma gəlir. O, bəlkə o deyir ki, bütün qayğılarınızı gətirin, ona verin. O, bunun qayğısına qalacaq. Yəni, o bunu deyəndə Tanrı, mən belə başa düşürəm ki, o... Bizi çağırır ki, hərəkətə gəlin, hərəkət edin, hərəkətə gəlin, yəni gətirin. Yəni hərəkət o demək deyil ki, mən öz həyəcanımı, o qorxularımı, qayğılarımın hərəkətinə gəlim. Yox, o hərəkət o hərəkətdən danışır ki, Tanrı buradakı. Yəni biz bütün qayğılarımızı, nə qədər bizi narahat edən şeylər var, onun hamısını onun üzərinə qoyaq. Ona verək ki, o qayğısına qalacaq. Yəni, özə tək elə bil ki, bizi çox ən qayğılarımız var cürbəcür. Məsələn, götürürük bəzən ən vacib qayğımızı dua edirik, ondan istəyirik, ona veririk ki, biz azad olaq, Tanrı bunu həll eləsin. Tanrı bunu istəmir. Tanrı istəyir ki, biz bütünlüklə qayğılarımızı, o balaca, böyük bütün qayğılarımızı imanla gətirək, necə ki vilayət dedin, necə ki yazılıb oradakı fağırlıqda, bax, o fağırlıqla gərək fağır olaq ki, gətirib qayğılarımızı ona verə bilək, gərək sınaq ki, gətirib verə bilək ona qayğılarımızı. Yəni, o fağırlıqda biz ona imanla gətirib qayğılarımızı veririk və onu da verən kimi onun
nəticəsini görürük. Həqiqətən də onda sülh gəlir. Sevinç Tanrının sülhü ürəklərimizi doldurur və deyir ki, sən narahat olma. Səni yerdə mən döyüşəcəm, səni yerdə bütün qayğılarımı götürəcəm və sənə öz sülhümü verəcəm, deyir. Mən bir də o Zəbur 54-də var, 54-23-də o deyir ki, bütün qayğılarını orada da deyir, Tanrıya ver, o səni dəstəkləyəcək, yəni o sənin qayğılı çəkəcək, ver ona qayğılarını. Və biz inanırıq ki, o heç vaxt salihi darda qoymur. Ona görə də biz o imanla gəlirik onun qarşısına və veririk ona qayğılarımızı və hər şey bundan sonra da görürük, onun o hərəkətini görürük. Yəni, biz mərkəzdə durmuruq, biz çəkilirik, həmin o taxtda Tanrını oturduruq, deyirik ki, biz bacarmarıq, biz öz gücümüzə bunu əlindən gələ bilmərik. Sən otur o taxtda ki, sən mərkəzdə dur ki, mən qıraqda, mən diz çöküm sənin qarşında və səndən gözləyirəm, sən eləyəcəksən bütün bu qayğıların əlindən. Ancaq sən gələ bilərsən, insan öz düşüncəsi necə deyir ki, bir qarış boyu vardıra bilərsən, yəni olmur, mən öz gücümə bunu eləyə bilmirəm, elədiyimi, bacarığımı eləyirəm, ancaq əsas yer ki, var ki, Tanrının lütfünü olaraq buraxmalıyam ki, qoy o lütfündə öz işini görsün, çünki hər şeyi verib o bizə. Bunu demək istəyirdim, çox sağ olun. Спасибо большое, очень хороший комментарий. Кеноль хочет тоже сказать, пожалуйста. Пастор Ильгар, siz dediniz ki, Davud'u misal getirdiniz, o uşağın ölüm söhbəti. Mənim gözümün qabağına gəldi o vaxtım. Atam rəhmətə gedəndə, deməli, çox çətin bir vaxt idi mənim üçün. O vaxtı mən atam ölməmişdən qabaq, mən danışmışdım ona ki, Finlandiyaya getməliydim və proqramları eləməliydim də. Və mən həyatım dublaj eləməliydim. Bu, böyük bir proyekt idi. Yəni ki, o vaxtında Azərbaycan dilində şeylər az olduğuna görə, bu, əslində, böyük bir xidmət idi. Və mən uşaqlarla getmək lazım idi Moskvaya və sadəcə olaraq getmək yoxsa, yəni adət ənənə var, cümə verilməliydi. Mən heç atamın ilk cüməsində iştirak eləyə bilmədim. Mən çox pis idim, çox ağlayırdım, çox depresiya düşmüşdüm demək olar ki. Amma atamla ölməmişdən qabaq söhbət eləmişdi. Atam mənə demişdi ki, onda sən buzqıran gəmirsən, sənə müşfiq buzqıran gəmirsiniz və gedin. Və atamın sözünü xatırladım və mən özümə gəldim. Sanki dedim ki, yox, mən elə... Deməli, vəziyyət elə oldu ki, qardaşımın uşaqları birdən-birə pis vəziyyətə düşdülər və qardaşımın arvadı dedi ki, biz mütləq bunları Moskvaya çatdırmalıyıq. Və mən də dedim ki, daha Moskvaya gediriksə, oradan Finlandiyada yaxında biletim var da, mən də onda gedirəm ora. Aparıb onlara qoydum, oradan da getdim və yasın içində getdim. Və mən ora getdim Finlandiyada, mən axşamlar ağlı düzdüm, mən hələ də o qayğı, o vəziyyət ki, adam bilirsiniz, yemək, içmək, geymək bu biraz yüngül qayğıdır da, yəni ki, bunu öhdəsində, amma yaxın adamı itirəndə, çox belə böyük bir insan, məsəl üçün, həyat yoldaşını itirəndə, atasını itirəndə, anasını, çox yaxın ailə üzvünü itirəndə insanı çox sınır. Və oradan özüvə qayıdıb gəlmək elə bil ki, vaxt elə bilir. Və mən yadıma saldım ki, mən necə orada axşam ağlayırdım, gecə darıxırdım atam üçün. Gündüz gedirdim, dublaj eləyirdim. Hətta orada şəkillərim var, baxıram ki, üzüm şişdi, gülümsəyirəm, orada dolma pişirirəm onlar üçün, nə edirəm. Və orada komanda bilmirdi ki, mən ağlayıram axşamlar. Amma çox yadıma saldım. Sonra necə ki, Pastor Raman öz övladını itirdi və o necə Tanrıdadır və necə ki, Pastor Vladikin və çoxlu imanlıların həyatında, yəni Davuda biz deyə bilərik ki, biz uzaq bir keçmişdi də, yaxın bir keçmişdi, amma yaxın bir keçmişdi imanlıların həyatına baxanda. Bugün, məsəl üçün, baxanda yaxındakı adamlar ki, məsələn, həyat yoldaşını itirir və Tanrıda davam edir. Evladın, bizim kilsədə nə qədər adamlar var ki, yeganə bir uşağın itirən analar var ki, onlar Tanrıda davam edir. Və mən baxıram, deyirəm ki, hə, doğrudan da burada tanrısız mümkün deyil. Bunu demək istəyirəm. Amma insan o şeylərdə sağlamlığın itirəndə, insan biraz çox çəkir də, bəzən çəkir o. Çəkir.
həmin vaxtlarda bacı-qardaşlar tək qoymur insanı və tez bir zamanda bərpa olmaq üçün. Bu çox vacibdir, onu demək istəyirdim. Çox sağ olun. Да, спасибо большое, Кенуль. Вы на самом деле герои веры. И вообще наша церковь, она состоит из героев веры, которые по вере продолжают с Богом. И когда смотришь на ваши жизни, просто и ты слабый, и ты смотришь, думаешь, как здорово, ты получаешь эту энергию, эту силу. Спасибо вам огромное. И когда, Кенуль, ты упомянула пастора Владислава, я вспомнил... Çox sağ ol, Könül, bu şəhadətə görə, yəni sizin həyatlarınıza baxanda görürük ki, siz əsl iman qəhrəmanlarısınız, yəni bu çətinliklərdən keçə-keçə yenə də Tanrıda davam edirsiniz. Когда ты упомянула пастора Владислава, я вспомнил, когда они потеряли сына, и он свидетельством делился в Баку. Yəni ki, o, siz Pastor Vladislav haqda deyəndə, mənim yadımdadır ki, onlar oğlu, yəni o ailənin oğlu, yoldaşı, gəlini, uşaqlarını itirəndə. Pastor Vladislav Baku delился с свидетельством. Pastor Vladislav həm Bakıda bu şəhadətlə bölüşmüşdü. И это свидетельство просто сразило меня. Bax, bu şəhadət məni elə bil ki... Когда Владислав и семья, и они хоронят сына, его супругу и ребенка, и это три ямы выкопанные, и вот происходит вот этот процесс похорон. Onlar üç dənə o qoyunu qazıblar, üç dənə qəbir yerini, yəni həm gəlini üçün, həm nəvəsi üçün, həm oğlu üçün. Bax, bu vaxtı... Казалось бы, о чем можно еще думать, как не просто вот, просто скорбеть и просто вот смотреть на это все и быть поглощенным вот этим тем, что происходит. Düşünürsən ki, başqa nə düşünmək olar ki, bax bu kədərdən başqa ki, sən üç övladı bastırırsan da. И вдруг пастор Владислав видит двух мужчин, которые в сторонке стоят, которые копали эти ямы. И он оставил всех и пошел к ним, рассказал им Евангелие. Они прямо там помолились и приняли Иисуса Христа. Ama bir, bu vaxtı birden Pastor Vladislav görür bir yerini. O insanlar durmuşlar kenarda. Pastor Vladislav her şeyden aralandı, getdi onlara yaxınlaşdı, başladı onları müjdələdi və onlar da qəbul elədilər məsihi. Не заботьтесь ни о чем. И как Вилайт сказал, что в основном эти отрывки обращены к верующим. Вилайт мечтает, конечно же, мы скорбим, когда близкие, родные, они особенно раньше времени отправляются на небеса. Но с другой стороны, у нас невероятная радость о том, куда они отправились, и что скоро мы увидимся. Можем ли мы добавить себе росту? Biz orada və o bənddən də danışdı ki, biz özümüzə boy artıra bilərikmi? Также давайте подумаем о том, что можем ли мы добавить сами себе духовного роста? Yəni ki, bunu da əlavə edə bilərik ki, biz özümüzə ruhani boyu əlavə edə bilərikmi? Пастор Мати однажды сказал: не бегите впереди своей духовности. Pastor Mati bir dəfə demişdi ki, özünüzün ruhaniliyinizdən irəli qaçmayın. Бог заботится обо всем. А мы правило на правило. Здесь чуть-чуть, там чуть-чуть. Продолжаем возрастать в Иисусе Христе. Qayda-qayda üstündən, biraz oradan, biraz buradan biz İsa Məsihdə böyüyəcəyik. Я повторюсь, он начал у нас доброе дело.
он его и совершает. Мен тәкірарлыйрам, о бізді яхшы ішен башлыйып, о да боша чаттыраджа. Будет свидетельство. Бұл неде шәхләрініз барса, бәлкі шәхәдәтләрініз бар. Я бы хотел бы сказать, можно? Пока. Да, конечно. Таныш Марстиярдым олар. Два коротких мысли. Раньше я думал, что этот стих относится к неверующим. Призыв для неверующих. Я не менее велики лещирдим, какие булар булар говорит, что придите ко мне все страждущие и обремененные. Не варки Израильки, битун сусиянлар яныма гелин. Йо, это ючлери агр. Ючлери агр буланлар яныма гелин. И я успокою вас. Мен сизи сакитлерим. Ибо я кроток и смирен. Yani менің бойындығымы götürün ve менден öğrenin, çünkü мен фағырам. Если этот стих, этот отрывок соединить с тем, который я сказал, все заботы возложите на него. Эгер бақпу бенді, біз о бүтін қайғыларыңызы верін она, онынла бірлештісе. То это не просто разовый. Вот пришел страждущий, обремененный, отдал, и все. Это процесс. О демек дейл ки, кайгыларына гел бир дефе вер, онна да битсин. Йок, бу бир процесстир. Мы каждый раз отдаем наши заботы ему. Каждый раз приходим к нему. Хер дефе онун каршысына гелерик, өз кайгыларымызы она веририк. И вот в этом отрывке я просто вижу на самом деле сотрудничество. Биз бак бу парчада эмекташтылык көрүрүк. Я вижу тут, что поиск прежде всего Царства Небесного. У меня есть груз. Меним, yani, yüküm var. Я прихожу к Иисусу, отдаю ему. Ona veririm. И что он делает? Он дает нам покой. Ona verir bize, o sülh verir. Он не сразу дает нам свое иго. O dəqiqə öz boyunduruğunu bizə vermir. Он дает нам покой. O bizə sülh verir. И очень многие там ставят точку просто, что «О, придите ко мне все страждущие и обремененные, и я вас успокою», и точка. Yani ki, bəziləri elə bilirlər ki, bundan bitir, gəlin mənim yanıma, mən sizə öz sülhümü verəcəm. И я тоже раньше так думал, но я обремененный, Иисус забирает мое бремя, а потом какое-то другое свое бремя дает. Ну что толку? Ну опять бремя. Yani ki, elə bilirdim ki, əvvəlki, mən verdim ona, o da öz sülhünü verdi mənə, bundan bitti, ama sonra bir başkasını verir, başka yük verir. Разве нельзя, и я успокою вас, и точка, и все, и как хорошо. Yani olabilmez ki, mən sakitliği verim, mənə nöqtə və salam, bundan bitsin. Ну вот как раз таки, это его бремя, это и есть поиск его Царства Небесного. Yani ki, hemen onun bu boyunduruğu, onu bu Tanrı'nın semavi padişahlığına aktarmaktır. И второе то, что я хотел сказать. İkinci de onu demek istiyorum ki. Вот главный момент, а потом, потому что потом это могу просто потерять. Sonra esas. Вот сейчас, если каждого у нас спросить, дать микрофон или попросить включить микрофон, и попросить свидетельство, да? Мы очень многие, не многие, а все. Можем дать очень хорошее свидетельство, свидетельство победы. Yani biz eğer bizim her birimize mikrofonla yanaşsak versek ve sorursak o şahadetleri, bizim her birimiz çok yaxşı şahadetler diyebilirik. Вот свидетельство пастора Владика. Yani pastor Vladik'in şahadeti. У всех у нас есть такие победы, правильно? Her birimizde bu galebeler var, düzdür mü? Когда мы отдавали наши заботы Ему, и Бог отвечал, и мы это видели в нашей жизни.
Ve biz öz qayğılarımızı vermişdik ve Tanrı cevap vermişdi, biz de bunu görmüştük. Ну вот я хочу сказать, что вот теперь же, когда у нас будут новые заботы, новые тревоги. Ancak ben indi düşünürüm ki bizim indi yeni qayğılarımız, həyəcanlarımız olanda. Не удивляйтесь. Təəccüblənməyin. Это, по-моему, римлянам говорит, я забыл, где-то написано, что огненного искушения не чуждайтесь, как странное какое-то. Yani ki, Romalara məktub yazılıb ki, o alovlu sınaqlara təəccüblənməyin. Не удивляйтесь. Təəccüblənməyin. Мы уже вкусили, что как Бог отвечает, какой он благе, правильно? Biz onu görmüşük ki, Tanrı necə yaxşıdır və kömək edir. Если сейчас у нас есть такие тревоги, если сейчас у нас есть какие-то заботы, или если они будут у нас в будущем? Yani eğer bizim indi hansısa qayğılarımız, həyəcanlarımız varsa veya gələcəkdə olacaqsa bunlar. Это хорошее поле для новых побед и хорошее поле для проявления снова нашей веры, которая еще укрепится. Bu bizim için yeni o qələbələrin sahəsidir ki, hansı ki bizdən möhkəmlənəcək. Просто вот поймайте себя вот на этом мысли, вот, это то, что я делаю. А вот это то, что я говорил. Вот сейчас та же самая ситуация, которая была в прошлом году. Правда, там были другие актеры. Это та же самая ситуация, и в этой ситуации Бог победит. Как и в прошлом году, как и в прошлом месяце Бог победил, так и победил. Он тот же самый Бог. Yani ki, bak, belə başa düşün ki, mən bunu belə hiss edirəm ki, bu keçən ildə baş vermişdi mənim həyatımda. Sadəcə orada aktyorlar, rollar, yəni rol oynayanlar başqaydı. İndi tam başqadır. Ancaq elə həmin vəziyyətdir. Yenə Tanrıya verəndə, yenə də Tanrı o qələbəni bizə verir. Вот просто, когда Израиль вышел из Египта, они же видели это море, которое развернулось, правильно? Они же видели это. Чудеса, которые в Египте происходили. İsrailliler Misir'den çıkanda onlar o möcüzəni gördüler ki o deniz necə aralanır. O Misir'de olan möcüzələri. Misir'de olan möcüzələri gördüler. Что случилось? Почему они на хлебе, на этом мане, на этом мясе они застряли? Ну почему? Если море раздвинулось. Axı, nəyə görə ki, oradakı o cür dəniz aralandı, amma onlar o yeməkdə, o mannıda çaşdılar, qaldılar. Bakayım başa, burada. Çox sağ olun. Да, спасибо большое. Мне понравилось то, что ты сказал, когда Господь говорит верующим, принесите свои бремена мне, и я дам вам свое иго. Мне пошума geldi ki, orada dedin ki, Tanrı deyir ki, sən öz qayığı yükünü mənə gətir, mən isə boyunduruğumu sənə verəcəm. И как ты сказал, что нельзя просто позаботиться, не давай нам иго. Onu yani olmaz ki bak böyle olsun ki sen hiç o boynunu vermeyesin bana. Но в этом и весь ключ, что Бог хочет дать нам бремя на сердце, которое Он имеет в этом мире. Bak bütün ele açar bak bundadır ki Tanrı bizim bize öz boynunu vererek bizim hayatımızda onu koymak istiyor. Он пришел искать и найти погибающие, погибшие, искупить и помочь возрастать. И это то бремя, которое он вкладывает сегодня в нас. И если это бремя мы принимаем от него, тогда все эти моменты, которые касаются нас, они уходят в сторону, потому что мы заняты его бремя. Ve o bununla da hemen o boyunduruğunu bize verir ki bizde kalsın ve biz bununla gidek sonrasın. Давайте учиться сбрасывать свои бремена на него и брать его иго. Gelin biz öğrenek öz yüklerimizi onun üzerine koyup ve onun boyunduruğunu götürmeyi. И так невероятно, что наш Бог, у него Он долго терпелив, Он много милостив, он принимает нас всегда такими, какие мы есть. У Него всегда есть обеспечение для нас. Nice güzeldir ki bizim Tanrımız uzun səbirlidir və bizi necə varıqsa elə qəbul eləyir. У Него всегда есть для нас обеспечение. Və onun həmişə bizim üçün təminatı var. На самом деле мы можем, забывая заднее, простираться вперед. Həqiqətən də biz
Arxada olanı unudub, irəli gedə bilərik. Цели и почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Спасибо большое всем. Это было прекрасное время. Спасибо, Вилаят, за комментарии, за свидетельство. И давайте помолимся и завершим сегодняшний вечер. Сегодня вечером мы вновь встретимся в 6 часов. Bu akşam yine 6'da görüşeceğiz yeniden. За это время, за слово. Dua edin. Söz için dua edin. Давайте помолимся. Gelin dua edin. Спасибо тебе, дорогой Господь. Çok sağ ol, aziz Tanrı. Спасибо за то, что заботишься о каждом из нас. Çok sağ ol ki bizim her birimizin kayğımıza kalırsın. За то, что, чтобы не, через что бы мы ни проходили, мы можем приносить это к тебе. Biz her neden keçiriksə, biz bunu sənə gətirə bilərik. И ты позаботишься об этом. Ve sen onun kayğısına kalırsın. Спасибо за иго, которое ты даешь нам свое. Çok sağ ol, o bize verdiğin boyunduruğa görə ki, özümüzü. Сегодня можем быть заняты тем, чем ты занят. Спасибо тебе, Господь, за эту привилегию. Çok sağ ol, bu şərəfə görə. Называться и быть твоими детьми. Sənin övladların adlanıb və olmağa görə. И мы молимся сейчас за каждого члена церкви. Və biz kilsənin hər bir üzvü üçün indi dua edirik. И возносим. Может быть, кто-то проходит через определенные трудности и обеспокоены. Мы просто возносим это к тебе. Belki ola bilər ki, kimsə indi kilsəmizdə müəyyən bir çətinliklərdən keçir və bütün bunları biz sənə gətiririk. Позаботься, Господь. Qayğısına qal, Ya Rəbb. Убери эти бремена, неудобно носить. Götür həmən, bax, bu yükləri, ki o ki, apara bilməyəcəyimiz yükləri. И дай нам свое иго. Və öz boyunduruğunu ver bizə. Мы славим тебя. İzzətləndiririk səni. Благодарим тебя за все. Minnətdarıq sən hər şeyə görə. Спасибо за то, что ты верный Бог. Ты начал в нас доброе дело. И ты доведешь его до конца. Çox sağ ol ki, sən sadiq rəbsən. Bizdə başladığın yaxşı işi axırı çatdıracaqsın. Молимся во имя Отца, Сына и Духа Святого. Давай верим, Ата, Ол, Мюгаддас, Олхун, Адиле. Аминь. Аминь.